Впрочем, мэрия Уфы на подобные мелочи внимания не обращает. Ее внимание сконцентрировано на строительстве дощатых самолетов, которые теперь решено совместить с качельками. Не смейтесь, да, вот этот знаменитый монумент из досточек, который расположен на бульваре Славы, теперь совместили с качельками для детей. И теперь это то ли монумент в память о Мусе Гарееве, то ли это какой-то аттракцион. Но, в общем, на этом самолетике внизу теперь можно качать детей, ну или самим покачаться и попить пивка. В планах у уфимской мэрии, по слухам, установка на одной из площадей города Уфы глиняного пулемета по мотивам произведения Виктора Пелевина «Чапаев и пустота». Также, по слухам, монумент этот будет называться «Мавлиев и пустота».